Приветствую всех, уважаемые, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем прохождение различных игр, естественно, после прохождения основной игры «Маленькие кошмары» надо пройти игру, то есть их DLS, как говорится, поехали. Данные, так, продолжить, да. Как вы мне объясняли на предыдущем стриме, это именно дополнительный контент. Так давайте взглянем. Я, как говорится, вообще в душе не представляю, что это. Что это вообще такое? DLS-ки эти я не видел даже в роликах. Поэтому мне будет лично очень интересно. Так, ну, как говорится, поехали. Сначала у нас пацаненок. Куда за этого пацана идти? Не представляю. Как говорится, нормальные герои сначала идут налево, а потом мы пойдем направо. Зажигалки у DLS-ного перса нету. Да? Ой, непонятно. Ага. Я сам к ним прыгнул. Гений, сука. Давай, давай, в себя приди. Погнали. Загоняйте, червяки. Здорово, здорово, Кирюх. Вот это вот DLS-ка кошмаров. Я в нее вообще ни разу не играл. Так что на этом стриме я как настоящий летсплейщик. Тупить будем, что ты... Точнее я. А вы будете подсказывать. Я, если честно, не представляю, куда за этого пацана идти. Было бы неплохо, если бы кто-то подсказал. Так, а что будет, если его запалят? Он тоже умрет. Ну-ка. Да. Они из одного теста. Я понял. Вот будет прикол, если мне надо направо идти, а не налево. Рассказывай, Кирюх, как у тебя дела? Чё сейчас проходишь? Если время удается выделить. Вас у меня пока что мало, но зато душевно. Сколько есть, всем могу уделить внимание. Если бы было у меня вас по несколько сотен, чата разве прочитаешь? А так рассказывай, можем пообщаться. Ты давай подсказывай, хрен ли тут делать? Я тут 15 минут уже хожу, не могу понять, что надо за этого пацана, куда идти. Умничает. Делать нечего, вот и запустил. Здорово, Даш. Как я понял, мне надо эту девчонку преследовать, да?
Я понял. Девушки, разрешите познакомиться? Это и есть шестая, я понял. Ты активно подсказывай. Если у тебя время есть, прям активно подсказывай, пиши. Вообще не проблема. Я это ДЛС вообще не проходил. Так что мне как бы... Если YouTube мне еще мозги не будет делать с ошибкой 503, будет вообще все прекрасно. Я сама ДЛС не прошла. Спасибо. Много пользы от тебя. Будем вместе думать. Главное понять, куда идти, это уже хорошо. За ту девчонку мы шли... Слева направо, сейчас идем справа налево. Всем привет, ребята, кто подошел. Вот это самое основное. Самое главное, правильно идти. А как идти, это уже разберемся, как говорится. А, уф. Так. Так, в дырку не провалиться. Открой крышечку. Сейчас не понял. Что-то мешает открыть крышечку? Эта крышечка, походу, просто так тут, для вида. За мешок можно взяться? Не, нельзя. Ну, тогда прыгаем в дырочку. Ого! Вот это я понимаю, скоростной спуск. Кто-нибудь кусаться будет, нет? Не, походу не будет. Давай, давай, плыви. Осторожно. Ну тут я, как я понял, тут во всей игре надо быть осторожным. Тут живет своя бабка. Ничего непонятно пока. Телек в воду скидывать. Какой телек? Что-то я тут телека не вижу. А, ее придется убить. И все, я понял. Походу, этот ящик можно тащить за собой, не? А. Ну, тащим, тащим. Илья, привет. Маленькие кошмары, первая часть DLC. Сам ни разу не играл. Вот буду при помощи подписчиков проходить. Ну и так, процентов 20, может, сам что-нибудь осилю. Вполне вероятно. Да, можно, Даша, но играть будем на запись. А то у меня ролики там к концу подходят. Не на стрим, а на запись. Также по Дискорду, там все дела, но будет запись. Так. Что такое? Жека, привет. В гуся. Игра называется Untitled Goose Game. Или Unlitted Goose Game. Что-то такое. Я не пойму ничего. Как включить? А. Ну все. Да вот у вас чешу, что ли, какой? Что происходит? Да, яркость поднимал, как ты и говорил.
Ай, бляха, опять эти черви. Все супер, без квадратиков. Ну и отлично. А вот черви это плохо. Явки, сука. Вот я вот с детства не люблю ничего червеобразного. И то, у чего много глаз. Меня это выводит из себя. Теперь ты обязан вторую часть пройти. Посмотрим. Там контента часов на 6. А то и больше. Не, сначала что-нибудь другое. Ну, разберемся. Я не это не обещаю. А как соберемся гуся снимать, я тебе тогда скажу. Воскресенье, скорее всего, потому что воскресенье. Так, в чем дело? Ни хрена не вижу. Логично, да. Воскресенье, скорее всего, потому что воскресенье. И что тут надо? Да. Ну, самое первое. Так, что тут надо? Бригаду в студию. Чё от меня игра хочет? Ничего он не рвет, он не хочет ее рвать. А, во. Охренели, он сразу не цеплялся. Оба-на! Дядя, не надо. Быстрее, быстрее, паук, быстрее, паук, не надо. Что это за грязный монстр? Спокойно, чуть не упал. Здорово, Ворд. Здорово. Так, что-то игра меня опять мучает. Здесь он ничего не хочет хватать. Чё, игра хочет сказать, что мне вниз, что ли? Ну да. Походу. Опа. А, ну да. Еще бы. Я думал, там пропасть. Так. Тут сел Веном. Как его вытащить? Человек-паук научил их звуком вытаскивать. Бросай кружку, ну я так и понял. Только тут не это не кружка, а банка какая-то. На, получи. Я вас светом сожгу. Ай, бля! А, блин, я думал, он успеет зацепиться, я понял. Еремей, даров. Даров, даров. А я в нее вообще не играл. Поэтому активно спрашиваю у подписчиков, как что проходить. Проходим вместе. Это не я ленивый, это моя такая фишка. Пошли нахрен.
Пошли нахрен. Ну, от кого-то теперь так может прятаться. Word, это DLC на первую часть. DLC. Тинкс. Ну чё тут? Видишь рычаг? Дёрни. Не понял. Селёнок не хватает. Мало каши ел. Ну да. И не жёлтый, и не девочка. Там есть ещё рычаг слева. Наверху, что ли? Ага. Да ты гонишь, что ли? Двигай давай. Выход силой. И толку от того, что тут вода. Непонятно. Ничего не понял. Ну и чё? Набрал теперь смывать, что ли? Закон жизни. Давайте смоем. За собой всегда надо смывать. Я играл в оригинальную часть. В ремейк нет. Оригинал прошел. Стоять. Рус. Так, надо подумать. Тут что-то мне мозги кто-то делает. Тут, походу, надо успеть нырнуть. По-моему, я проход видел сбоку. Во! Мне вот сюда. Я вас понял. Тогда пустим воду. Опа! И чё? Не, ну это было правильно. Или нет? А, в смысле, А, сам рычаг до половины, о! Второй вариант инструкции пришел. Здорово, Санчес. Так. Санчес, у нас тут сегодня дополненная инструкция. Ай, бляха. Да, типа раздавило.
Наполовину, как сказали по инструкции. Опа. Недолет. Что ж такое-то, а? Надо еще чуть-чуть нападать. Да, в натуре дева говорит. Давай, 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 ну! А где мой персонаж? О, выбрался. Так, продолжим нашим учением. Ну чё, Жек, то, что я вот это накрутил, яркость там и хераркость с твоего совета, в темных моментах уже получше? Конечно, квадратиков меньше, понял? Попылим. Ага, прям на коробку, сука, быстрей! Опа. Так, теперь на диванчик. Теперь опять на коробку. Или на эту. Коня. Нахер идет эта бабка? Опа. Откуда ты знаешь этот вор? Изучала, что ли? В интернете искала? Давай, 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 давай. А в Лимбо или Инсайд играл наподобие этой игрушки. Играл в то и в другое. Обе прикольные. О, вот это вот дело. А, я думал, он выпьет. А то, что это за поиск? Я думал, сейчас как навернем 150. Бабка, нахрен иди. Я понял. Вот и все. Отсосямба. На пожирание гномика? Да нормально. Сосиска, правда, вроде как вкуснее была. Опа. Крутим, покрутим. Так, до максимума или нет? А, или, наверное, чтоб я мог достать, да? Ну, как говорится, видишь мешок, прыгай. Ага, я понял. Иди ты нафиг, ребёха. Так, чё мне делать здесь? То есть, получается, я должен разогнаться и до этой, что ли? Сразу до крюка? Так он же не достанет.
Непонятно. Тебе надо зацепиться. Ну не за мешок же, а за следующий крюк. Слишком высоко висит. А? А, он получается облазить, что ли? Он может с одной стороны зацепиться и не спрыгивая, получается, перелезть? Я не Вася, я Боря. Вася. Сама ты Вася. Есть. О, рыбья башка. А еще дадут? Это получается, наверное, надо ей для отвлечения кидать. На, поешь. И че? Опа! Она слишком быстро жрет. Не, ну тут понятно. Нажать нежно. Опа! Так, а чем это дело толкнуть? А, я понял. Это уже помощь, да? Ну, ты меня прокидывать будешь? Чё-то ничего не понял. А думал, она опрокинется и типа ее захвачу. Ну что она держится? Ну держится на кубике, и что? Так я ж не достаю. Вы ж сами видели, с самого начала не доставал уже. Или что, типа не разогнался? Я ж говорю, он не достает. Как на нее прыгнуть, если он не достает? Можно сделать вернись к двери. И чё? С разгона, да? Нифига подобного. Так, на доску встать. И чё? На доску встать на край. Который шевелит. А, все. Ох уж эти ваши головоломки, бляха. Ага. Вот Санчес, инструкция. Взял, прочитал, и все. А вы мозги делаете. Да хорош, хорош.
Что ты начинаешь вот это вот? Не надо уйти. Ого! Что это за... Вот этого я не ожидал увидеть. Ну, как говорится, погнали вниз. Жека, а ты все 3DS-ки проходил? Третью нет. Он тебя любит, он мне говорил. Санчес, это ты не умничай. Это тут крепкая мужская дружба, понял, да? $300. Ты не... Женщин тут не... Это... Не притягивай. Так. Я ж каждую голову по одному стрелу делал по часику. Так. Я так думаю, надо в бочку. Определенно. Зато у меня было 2 стрима за день, сделал часик и в ДБД или в резню. У меня на канале за эти 3 буквы бан. Это запрещенные 3 буквы. Ну это 6, ладно. В этом виде можно. Так, короче. Отвлекайте. Ага, хер. Ты, это, давай не умничай, рассказывайте, куда дальше. Я этих кошмаров-то запустил, знаю только то, что вы мне их пройдете. Так. Я, блядь, знал, кого назначить модератором. Жека, го в танки на арте. Чисто по-мужски. Ключик. Бляха, ключик с личинкой. А куда мне личинку давать? Давать. Она ж меня сейчас сожрет. Не, понятно, конечно, куда ключ. А что мне с личинкой делать? Манси. Какой у вас грязный жаргон, блин. Пошла нахер. Вачука, выйди в балетах, скидывай. Сука, не... Вот что, что делает эта говноигра с нормальными людьми? Они уже по-другому даже думать не могут. Такс. Нажать. И чё? Не, надо, наверное, все осушить. И чё? А, и успеть, да? Я понял. Опа! Ага, не успел. Так, пускай думает. Ты не умничай, вот это вот. Пускай думает.
Вызываю тебя на батл в героях раз на раз. Вот там ты меня подумаешь. Не, а еще лучше в Total War. Вот в Total War, давай вот первую часть Рима. Какую карточку? В ДБД опять, что ли? Не, не видел. Да хули она Иглесиаса она не успевает, сука. Quake 3, не. Quake 3 не видел. Я сам пытался Quake 3 писать. Так, карабенция, что она тут делает? Так, наверное, ее надо сбросить прям с конкретного края. Будет полноценная версия. Ну, ничего удивительного, Head Teacher. Может, подвинуть что-нибудь. Ты умные какие, а? Ай, блядь! Подскользнулся, да. Подскользнулся, упал, очнулся, шизофрения. Так. Воду уберите, пожалуйста. Так, ну и все. Это мы дело подставим. Жека, ты разобрался, как убрать ошибку в Ютубе 503? Я задолбался чат обновлять. Так, надо как-то попадать в нее. Так, раз. Ага. Так. Ошибка 503, Санчес, и надо обновлять. Попробуем. Такая же херня с чатом. Ну понял, значит это у всех. Ну все окей, ну везучая. Иногда бывает. Опа! Башку видел. А вот и Джонни надо говорить. Какой я Гренни? Сразу видно молодое поколение. Ай, блядь. На меня столкнет, нет? Наверное. Давай, давай, давай. Ну. Давай. Бля, мне туда надо. Бабуся, пропустите? Не, сейчас по-любому схватит. Да. Да приди ты в себя уже. Это. Мне таблетки пить не надо, иначе стрим будет неинтересный. Так. А что там лежит?
Пошла нахрен. Да что это так? Он тут забирается, то не забирается. А там что вообще лежит? Мне это надо подбирать? Ёпта, напугало. Я засмотрелся. Чё это такое? А, рыбёха, ёп. На, жри. Мы такое умеем. Так, что тут? Блин, прыгнуть надо было. Шва? Шва? Че-че? Все мясо на чреве делают из гостей, потом кормят мясом других гостей. Вот такой круговорот гостей в природе. Это называется безотходное производство. Как увеличить прибыль с минимальными затратами? Ты так сам ел, все не понятно. Видел, видел. Пошла нахрен, проститутка, успею. Отлично. Типа я отсюда до сюда допрыгнул? Да что это за бред-то? Нет, пошла нахрен. Нет. Нет, нет, нет. Тебе дальше наверх надо ползти. А нафига тогда вот этот вот подмосток? Типа, чтобы запутать? Да прыгай! А нафига вот эти доски здесь лежат? Чтобы запутать, по-другому не скажешь. Так, микрофон поближе. Так, ну так и что тут? Куча туалетной бумаги. И чё? Не переворачивается.
Ныряй бомбочкой. А эти, а... туалетные принадлежности с собой брать? Или он не может их взять? Не. Так, а куда нырять? А как я... подожди. А здесь же ручка. Здесь же ведь ручка. Как мне до ручки-то попасть? Чтобы 10 раз не бегать. Я могу как-нибудь попасть или нет? Там справа лестница. А? Опа. Санчес, тут надо добавить... уф. Антон, привет. Волк, здорово. Так, здесь получается что? А куда мне это дело все вставлять? Не открывает. Так, ну ручку в нижнюю дверь. Нормально, нормально все, ребят. Ты с ней слезть не можешь, да? Куда ее бросить? В воду, что ли? Ну вот, на. И чё? Вот куда она упала? Она под воду упала. С какого краю? А, слить воду? Ну, вот что передо мной? Вот что ты меня грузишь? Где передо мной? Нету передо мной ничего. Да, как говорится, если не знаешь, что надо слить. Что, не все? Логично. Знаешь, я бы сам бы не догадался. Так, где эта ручка? А, вон она. Что-то он не хочет на чемодан ее закидывать. Во. Походу не достанет, да? Мать, чуть не уронил. У меня сильное подозрение, что не достанет.
О, отлично. Так, как обычно на время, да? Она мне сейчас постарается полбу дать. Естественно. Я не успею. Так. Получается, что теперь? Получается, теперь надо воду опять сливать, чемодан ставить на середину. Через Ctrl, да, естественно. Вчера ведь прошел. Здорово, Ликви. А, что я ее кручу, я ж воду не... Это правильно. Ага. А это неправильно. А я бы все равно не успел. А, успел. Нормально. Живем. А, вторая часть палки. Не знаю, Антон. Ну, где-то... Ну, в октябре уже точно. Ближе к середине октября, числа с 14-го. Ну, будет. Опа! Толкать меня будешь? Я понял. Ну, я ж Южный парк прошел. Он называется Южный парк Балка Истины. А ему интересно, когда будет продолжение. Ты сломался, что ли? Или тебе настолько эта шутка понравилась? Это во-первых. А во-вторых, то было в Deep Rock Galactic, а не в Ютубе. То есть не в Ютубе, в этом, не в Южном парке. Забирайся ты. Да, не без этого. Согласен. Забирайся. Так, что тут делать? Так, я думаю, если рычаг, надо нажать. И чё? Еще рычаг. Ай, это я сейчас зря сделал. Так. Да подавись ты уже, е-мое. Проститутка.
А вот тут телек в воду. Ну телек-то в воду, да, это я согласен, но мне же до телека надо попасть. Он достанет? А. Карася? Забирайся! Твою мать! Это я сейчас зря сделал, да? А нет. Нет, я натурал. Бляха. Тут и в резню, по-моему, играю только я. Танки или в резню, Санчес? Не, я Санчес. Подавись, 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 проститутка. Надо быстро, я понимаю. Надо вот просто быстро и все. Вот просто вот на, вот получи и все, и отстань от меня. Отвалилась. И как тебе игра? Интересно? О, жахнем. Ну, God of War, конечно, заходит. Я помню, я на втором PlayStation еще играл. Во вторую и... часть 100%. И в первую. Первую. Ёпта, здравствуйте. Даже пошевелиться не успел. А, это так должно быть. Отлично. Самая любимая игра у Соньки, у меня, Санчес, это Детройт стать человеком. Вот в нее играл я кучу раз. Вот она, я помню этот эпизод со вчерашнего стрима, да. Ну, Ликвид, там читеров много. Ты особо тоже там не обольщайся. Если... происходит херня, и ты думаешь, что это читеры? Скорее всего, это читеры. Я имею в виду в резне. Кому интересно, можете посмотреть у меня.
какую концовку я считаю самой крутой. Я ее давненько прошел. Да, да. Ауф. Все, я понял. Это пацан типа грибной человек. Сейчас его грибы в порядок приведут. Так. Это у меня уже началась вторая ДЛС? Или это вторая глава, это и первая ДЛС? Как это устроено? Не, я шучу. Тут одна ДЛС и три главы к ней. А, ну значит это вторая ДЛС. Мне так прикольнее. Так. Подождите, вы меня запутали. Как обычно. Хули тут делать? Может наверху что есть? О, грибок мне что-то выдал. И чё? Открывай, грибочек. Не, я его наоборот. Ты открывать не будешь? Обними его. И чё? А, то есть обними и пиздани, я понял. Открывай дверь, сука. А, короче, я понял, это грибное ДЛС. Были бы мы в Питере, это было бы солевое ДЛС. Ха! Так. Какие так гномики? Тебе везде мерещутся гномики. Одни те гномики, гномики, гномики. Так что дальше идите без меня. Ну и почему без тебя? Тебе может интересно посмотреть. Посмотри. Ты гонишь, что ли, гриб? Сюда иди. Вот ведь гнида. Так, ну у нас еще Санчес есть. Санчес, давай, тащи. Или Жека. Какую дырку? Он должен, по идее, за переключатель схватиться. Ну-ка. Хер. Во. Умный. Наговорите сейчас. Будет блогер ЧСВ. Так. Свет включи, посмотри по сторонам. Эту херню не двигает. Так, что ты вечно лезешь ко мне? Ага. В эту сторону двигает, а в эту нет. В комнате у себя. Смешно. Я всегда со светом сижу.
Чего? В этот вентиль, что ли, пиздануть? Ну-ка. Не достает? Хер. Так, помогай давай. Ага. Так, пошли по дырочкам. Пядиди. Рисунки масонов. Так, теперь тот гриб там остался, теперь с этим надо дружить, да? Я понял. А как мне к нему попасть? Не-а. А какой ящик? Этот, что ли? Или ты имеешь в виду в комоде? Так, Гребенский, сюда иди. Обниматься мы. Так, теперь давайте я как следует швырну. А куда? Ну, чтоб ты открыл этот гриб, нет? Ну-ка. Он так высоко не кидает. Все-таки кинул. И чё? И долго он так стоять будет? Непонятно. Не, ну помочь хочет, да, это понятно. Но я понял, что чтобы опрокинуть этот ящик, нужен второй. А что делать-то? Я понял. А как мне попасть на этот стол к нему? Тьфу ты! Чё мне его? Надо было протащить обязательно. Вот гнида. Хули мы тут сидим? Всё. Значит, молодой еще. Я же говорю, значит, молодой еще. Всех их обнимать надо. Давай пиздуй со стола. Так, как их выстроить? По очереди? Полет? Хер. А, просто толкать. Нифига себе дверь.
Да. Имя мне грибной суп, потому что у меня много шампиньонов. И чё? Так, еще один. Сюда идешь? Так, показывают мне на рычаг. Ну, это понятно. Фига себе. А мне тупо ждать? А, то есть она будет работать, я понял. Эх, а все белое. Кстати, а ведь и... там же еще ж гномик был сзади. И у меня их трое было. Да. Слышь, халявщик, ну-ка иди в печку. Работать будем? Будем. О, еще гном. Давай, друж... Ты куда? Эй, дружить давай. Сказал, давай дружить. Все, а теперь иди работай. 8 часов, 5 дней в неделю. Или по 12 часов. 2 через 2, как хочешь. Иди работай. Так, что он тут торчит? Как его вытащить? Пути. Ага. Не, ну а что застревать-то? Сейчас ты у меня будешь в шахте работать. Погнали. Уж лучше быть стримером. Даже... Все, встали? Отлично. Это кем? Россиянином. Так, что у нас тут, очки? Видим рычаг, нажимаем. Ага. Я понял. Одна типа бракованная, да? Давний друг, что, повар, что ли? Здравствуйте. Не, ну без света-то я не смогу уж определенно.
Я вас понял. Ага. Наступать на это не надо было, да? Пошел нафиг. Опа! Длиннорукая гнида. Так, я, получается, иду за... это... за новой пробкой, что ли? Переходник? Так, не, ну, ну мне явно наверх. Только вот как. В МК играешь? Конечно. В первую... вот эту первую новую часть, которую... Не, ну это нормально. Это хорошее выражение. Это мы одобряем. Но только в первую часть этот... Ликви нет. Так как там сделали региональные ограничения для игроков по онлайну из России, я не собираюсь ее покупать. Не, не стримить, не играть, ничего. А в МК-11 игра. Так, чё такое опять? Ну-ка, организуйте старому. Пояснительную бригаду. Чё от меня игра хочет? Мне кажется, белый шкаф надо открыть. Каким образом? Грибов нет. А? За кого, если не секрет? Мне нравятся гостевые персонажи. В МК-11 играют за Сталлоне, за Шварценеггера, за Робокопа. За классические персонажи не нравятся. Я люблю гостевых. Мне кажется, надо с середины залазить. Вы как думаете? А, не. Какой середины? Вон же как раз выступы. Это бумага. Да, есть такое дело. Эрен Блэк, что в 10-й играл, что в 11-й, а в первый не завезли у первой. На, стрелковых любишь? Мне Эрен Блэк напомнил персонажа этого... как он называется? Сайлас Грифс из Call of Juarez, этот ганслингер. Мне все время казалось, что это гостевой персонаж оттуда. Че такое? Не да. А, за лампу. Я гений. Как обычно. Опа. А, ну то... Я сам 500 часов наиграл в Red Dead Redemption 2. Я тебя понимаю. И прошел ее, кстати, для канала. Кто не видел, рекомендую ознакомиться. Мне сразу сюда, да? Опачки! Ага. О! А вот и переходнички. Она не классная, Ликви. Она...
Охуительная, чё уж говорить. Я бы с удовольствием не ебы. Давай, давай. Скажи, бульме полезно для здоровья. Опачки. Ага. Надеюсь, он не разобьется. Опа. Какой стальной предохранитель. Ой-ой-ой. Я понял. Надо ходить, а не бегать. У нас, как говорится, тихо, а вот тут библиотека. Да, я понял. Ну, первый стрим был полезнее, а пока что онлайн-игры стримить я не хочу. Мне гораздо интереснее проходить игры вот вместе с подписчиками. Чтобы они подсказывали, участвовали, активничали в чате. Что, собственно, вы и делаете, за что вам огромное спасибо. Я тебе честно скажу, Ликви, я пока что отдыхаю от резни. По одной простой причине. Она меня пока что подзаебала. А я? Ну чё сразу байтит, байтит? Я ради этого канала заводил байтит. Так, успею, 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 успею. И чё? Типа я лифт активировал, да? Обалдеть тут этих грибов. Тоже бывает, заходишь на позитиве, из игры на позитиве выходишь. Это не про меня в асимметричном мультиплеере. Из меня асимметричный мультиплеер вообще все выжимает. Все, что можно. И нельзя. Вот че, вот меня вот сейчас на позитиве. Сижу, прохожу. Общаюсь с вами, я на полнейшем позитиве. А что резня, что... Это ебучая ДБД, оно позитива не дает. Никакого. Вот это сразу видно, свой пацан. Ну, еще пару роликов выйдет, конечно. Но не шибко много. Я имею в виду по ДБДшке. Такс. Опять ваши тут галя-валёмки. Что тут делать? Да, и не только.
Не хочу, конечно, никого обидеть, тех, кто играет в ДБД, но это игра полный кого. Чем ты обижаешь? Правильными мыслями? Правильными мыслями нельзя обидеть. Так, и чё я сюда забрался? Тащи, тащи в ту сторону. А, грибы. Вылазь, давай. А, сразу двое. Стоять. Ты гонишь гриб, ты где? И что мне делать? По кругу, круги с ним наворачивать. Че он меня мансит? Ебучий ДБД. Харе мансить! Он в обузку вошел. Так, ну-ка, второго пока на крюк повешу. Тут их двое было. Во! Иди на крюк. Во, вот это нормально. Вот это сразу видно, слабый сурф. А это мансер, да. Слышь, я тут с фонариком, сюда иди. Он гонит гнида, что ли? Так, давай, ты с той стороны, я с этой. Это что за прикол? Стоять! О, наконец-то. Так, ну куда мне их? Наверное, мне их сюда. Вот это вот схватите. Во. Толкаем. Так, а что тут еще подвинуть? А, или достаточно его кинуть? А он не залазит, Сань. Видишь, не залазит. Так, у меня такое ощущение, что надо подвинуть каталку налево. Ну, давай подвинем. Говно вопрос. Отошли. Вот грибы-то, а. Во, они меня подвинут, да? Ну-ка, подвинули меня. Приказываю, мне туда. Мне туда. А как заставить их, чтобы они схватили это ж... и потянули сами дальше? Или по шкафам? Не, по шкафам не. Этот вариант точно нет. Я ж, по идее, могу их как-то заставить, чтобы они вот это все дело схватили. По шкафам, да? Просто не там прыгнул. А, в самом конце надо, я понял. Ага, нет. Нет, он башкой об него бьется. Он об него бьется башкой. Ты гонишь, что ли? А что так медленно? Туда мне. Мне туда.
Играл ли кто-нибудь в Don't Starve? Я видел ролики, но не играл. Вот отсюда мне говорят, да? Не пойму ничего. Я знаю, что в ней есть кооператив. Называется Don't Starve Together, что ли? Что-то такое. Да вы гоните, что ли, мрази? Они меня теперь стопят. Я вообще поеду, нет? Типа вы говорите, я должен сюда успеть, да? Да не хватает он. Я думал, по идее, а со стола сразу он не залазит на них? Нет. Вот именно, что нет. А, в смысле, я понял. А сразу нельзя было сказать? Помощник, бляха. А, это значит, надо туда подвинуть, там спрыгнуть, все. Я вас понял. А как же интрига? Тролль, блин, ты, ё-моё. Саня, троллирование обыкновенное называется. По идее, он же постепенно будет откатываться, правильно? Мне так кажется почему-то. Я успею. Так, сюда иди. Зараза такая. Так, и сразу иди отсюда. Так, ну и что мне с ними делать? Просто толкать? Ну-ка, на выход. Не понял. А остальные где? Вы что там делаете? Не пойму, они толкают, нет? А, на шахту, что ли? А я думал, толкать надо. Сколько там рабочих надо? Я думал, надо толкать эту дверь, что справа. Ну-ка, вперед. Хер.
Во! За троих прям. И что это было? Зачем я возился туда ради того, чтобы обняться с гномиком и все? Что это за прикол такой? Врубай рубильник. Ничего не происходит. Здесь тоже рубильник. Вертайся к ним. Сделаем. Здорово, Смокки. Что-то тут не то, я походу игру сломал. Нельзя было как-то... А, стоп, тут уже дырка. Ящик под дверь, когда они откроют. Понял. Слушайте, ребят, вы бы не хотели пройти Петьку и Василия Ивановича? Только... А я буду управлять. Хватит? Сюда, сюда, гномики, ну. Так, это один. Этих надо захватывать, что ли? Стой там. Стой там. Как дела? Как видишь, вот подписчики мне проходят ДЛС-ку этих кошмаров. А я управляю. Вообще халява. Халявный стрим. Да вы уроды, мать вашу. Запрыгнуть нельзя. Есть, такое даже есть. Играл ли ты в Метро Исход? Конечно. Обижаешь. Да, я вот им показываю, какой генератор надо заводить. А они нихера не заводят, понимаешь? Вот стоят и все, и приседают. Все, их сюда. А, нет, стоп, не сюда. Опять надо? Нет. Это значит, там я видел переходник, то есть переключатель, надо сюда его кинуть. Ой. За мной? Тут типа двоих хватит, или он успеет? Чё? Я играл в две части метро, очень понравилось, именно два с маленьким чужим.
Не стала проходить, без черных не то. Ты сейчас про GTA San Andreas или про что? Без черных ей там что-то не то. Во! И что они мне сделали? Наверное, что-то тут? Третий потерялся, да ебана мать. Найду, выпарю. А можно мне его самого взять, засунуть в печку? Ну и чё? Ну, как я понял, мне надо лезть наверх, правильно же? У меня больше выходов-то нет. Лифт должен заработать. Но здесь же? Или нет? Или я сюда вообще зря пришел? У тебя лифт должен заработать у печки. У Печкина. Правильно говорить, у Печкина. Ага. Вот это я понимаю, мои подписчики. Одобряю такие высказывания. Так, что-то я опять ничего не понял. Нахера мне эти два куска угля? Ну, повар тоже хорош на самом деле. Мне сюда надо было вообще забираться, нет? Или опять зря? Рано сюда, да ебану мать. Ой. А куда идти-то? Регулируйте. Наверх нельзя, сюда нельзя. То есть назад? Что за петля? Я понял. И чё? ХЗ, вот тебе и ХЗ в натуре. Что?
Хотя вот что, синий поймун, у нее есть первый, который хотел сквозь око делать свою следующую атаку замедляющий. Вопрос, если я такой атакой промажу по сурбу, она же не сбросится? Нет. Следующая атака. То есть, получается, что она сбрасывается. Вот ты атакуешь? Следующая атака будет. А попал или не попал, это типа твои проблемы. Получается, что нет, она сбросится. Ну что, сюда получается? Рабочий нужен. Что мне получается, к этому типу, что ли? Да нет, тут уже закрыто. Да, дерьмо, дерьмо. Ничего не пойму. Санчес, давай, пиши отгадку. Где последний? Либо ты, Даша. Все правильно. Все, ты все правильно сделал. Мало ли, что ты там сказала. Все равно пиши. Куда идти? Стелси, так где? Ох уж эти искусственные ограничения в этих платформерах. Когда в Inside играл, тоже бесился, сука. Но прошел, тем не менее. ВХ подрубаем, в натуре. Видеотекарь против читов. Мой чит — это чат. Так что чит, давай работай. Работай нормально. Не, мне все-таки кажется, надо было куда-то туда наверх. Это же не онлайн игра, можно подрубить. Это типа как мы с тобой в Cuphead играли? Да не. Это не та игра. Здесь стыдно такое включать. Сюда рано, туда поздно. Может, сюда тогда? Здорово, Игорь, здорово. Так. Подсказочка. Ага.
Во! Да, в ДЛС-ке он уже страдает, видишь? Опять этот криворукий. Так, ну, если есть кнопочка, надо нажать. Дальше, как говорится, видно будет, чего. Там тоже кнопочка? А, кнопка отвлекала, я понял. Но мне стопудов надо нажать тогда сюда, сюда, сюда. Я понял. Я уже последовательность действий, как говорится, вижу. Шел нафиг. Так, а если мне сразу до кнопки? Нет, это... Кнопку, а потом крутить. А сначала рычаг. Не? Так, ну-ка в кнопку. Сначала в дырку. Давай, 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 давай. Застрял-то, сука. Опа. Ой, ладно, пойду я. Давай, удачи, спасибо, что зашел. От души. Так, ну что, наверх. Сказал наверх. Хорошо. Но мне до концовки еще. Как ты видишь, хрен знает сколько времени. Так, инструкция под названием Санчеса. Теги-де. А чего ты направо не идешь? А зачем направо? А, резню купил. Отлично. Вот он, говнюк. Вот из-за него я не могу наверх подняться. Ах ты говно. Только дай мне до тебя добраться. Зараза такая. Я тебя съем. Только каким образом? Вагонетку. А как вагонетку уронить? Чтобы вагонетку уронить, надо на лестницу забраться. А как мне забраться на лестницу? Как по мне, повар-топчик. Правильно говоришь. Видишь, я не могу забраться на лестницу. Не, не достает.
кнопку, блин. Инструкция. Помогите. Все правильно. Так ни хрена он не лез по шкафу. Я пробовал. Что, неправильно нажимал? Видишь? Ну хорошо, даже если и так, и что? А? Блять. Что е? Так, теперь за мной. Дальше уже, я думаю, понятно. Так, что тут происходит? Надо как-то обрезать вагонетку. Правильно делаешь. Абсолютно правильная логика. Я все прочитал, что ты сказал. Ты правильно говоришь. Не, что-то не то. Или то. Опять. Непонятно. Сюда схожу. Так, это место я помню из прохождения игры. Нет, это не то место. А. Ох уж ваши платформеры. Ёпта, напугал. Да, рандомы, Игорь, это такое себе. Всегда, если есть возможность в онлайн-игре играть с друзьями, всегда лучше с друзьями. Потому что связь — это основное. Давай, гномик. Сейчас мы ее загоним сверху, то есть наверх, чтобы она... Нет? Почему бы нет? Если компьютер потянет, пройдем, конечно. Я не знаю, насколько она требовательная будет. Ты что останавливаешь?
А, или мне не туда? Он наоборот, да? Я понял. Я думаю, что он вредничает. Давай, подхватывай. Тянуть надо будет, когда налево, я понял. Бред. Уберись. Давай. Ждем. Не, наверное, только толкать. Почему-то они только толкать могут. Погнали, 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 но. А мы вдвоем тут утащим, или я еще какого-то жука не увидел? Еще не пойму. Так, там что происходит? Есть еще жуки? Нет. Что-то не то. Я тоже так же думаю. Что-то тут не то. Кажется, надо просто вот взять и раз... Почему он останов... А! Ё-моё, гений, сука. Ай. Запрыгивай давай. Пошёл нахрен отсюда, гриб поганый. А, он пролез. Здравствуйте. Что ж такое-то, а? О! Хер. Все, отпусти эту ерунду. Кинь его на рычаг. Сюда идешь. Пшел. Далеко. Пошел. Но нет. Кидать надо нормально. Ну и все получается, прыгать. Ну да.
Так, сиди иди. Сюда иди, друган. Куда он там убежал? Не хочет выходить. Здесь, наверное, я сам достану. Все получается, прыгать к ним. У меня вариантов-то больше нет. И чё? Там включил, сям включил. Чё игра хочет от меня? А дальше куда? Ну этого, да. Тех нет вроде. Так, сюда червяки. Есть один. Кого? Кто их оскорбляет? Я не думал никого оскорблять. Со мной? Я понял. Надо туда вверх покидать. Во, мужики, что делаем? Толкаем или что? А, это уже, наверное, наверх, да? Ну-ка. Да кто ж тебя знает? Может, и так и есть. Вон, это даже для Игоря жизненно. А почему помогает только один? Вы офигели, уроды? Почему мне только один помогает? Кто же помогать? Ой. Ты тоже не стой. Взялись втроем. Во, пошло дело. Пошло, 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 пошло. На таран, сучечка.
Не понял ни хрена. Я думал, мы эту дверь выломаем. А куда идти-то? Санчес. Тут их 3. А не 7. Сюда, что ли? Так, брось ты это каку. Опа. Стоять! Чуть не упал. Ничего страшного. Так, я думаю, надо опять двигать, да? Взялись. Ну да, именно так. На, получи. Еще. А, это мы просто проход типа открыли. А они за мной полезут по деревяшкам? А. Они сюда встали? Они полезут по деревяшкам, нет? Чё, не пойму. А как же этих? А, там все. Дошло. Че вы мне все в петлю, в петлю, в петлю, в петлю? Вот они трое, отлично. За работу! Белые колпаки. Все, наконец-то. Общими усилиями. Концовочка всего ДЛС? Это я уже в третьем эпизоде? Клево. Куда прыгать? Зачем прыгать? Ты меня не путай. Запутанец. А вот сейчас прыгаем. Туда не прыгну, туда я не прыгну. Опа. Четвертый гриб. Иду. Куда он умчал? Угу. Иди обниматься.
О, открыли мне проход, да? Спасибо. И чё? Только не говорите мне, что вы меня хотите туда бросить сейчас. Не хочу. А, я видел, видел. Я понял. О, это китаянка из основной игры. Азиатка. Последний босс, короче. Заинтриговали. И чё? Вставать? А, ты говоришь, концовка. Вот она началась, только третья DLC получается. Третья глава, последняя. Она типа короткая, что ли? Опа! Я понял. Я просто запоролся, где я нахожусь. Сейчас сделаем. Тихо. И чё? Игра мне говорит, иди наверх? Опять грибы. Стой. Ну вот я же говорю, это третий эпизод. Начался сейчас. Так, а что у меня боком не стали? Ну-ка. Опа. Так, ну давайте думать. Во-первых, я думаю, надо подняться наверх. Не понял.
Это сейчас куда был полет? Лестница двигается. Поглядим. О как. Читер. Говорится, видишь, рычаг нажми. У меня тут где-то ключ будет. А тут что? Так, секунду, окно приоткроем. Тоже жарковато. Так, лестница опять двигается. А толку? Но сначала посмотреть, что сверху. Ага. Я вас понял. А это третий эпизод длинный, нет? Или такой же, примерно час? Ну что, на лампу, что ли? Опа! А? Книгу бери вниз, кидай. А раньше не мог? Ты предугадывай, понимаешь, Саня? Предугадывай. Опа! Еще. Что там, дырка какая-то, что ли, или че? Как сюда попасть? Не, ну дырку-то я заметил, а? Не. А куда? А куда? Каким другим-то? Тут книг, блин. Короче, иди вниз. Понял? Вот так бы сразу. Ну что, здесь статуи и чё?
Тут что-то двигать надо. Может, книги положить или нет? Ничего не двигает. Не, я вижу треугольник, круг, квадрат. Ну а что мне делать с этой информацией? Надо сюда положить треугольник, круг, квадрат или что? А где я их возьму? Чик. Давай к свету на третий, хорошо. А, так тут рычаг был все это время. И чё? Этому глобусу что-то мешает крутиться, походу. Кнопка. Может, еще раз нажать? А, во как оно. Этим лучом надо попасть в этот глаз. Вот в этот, да? Ненавижу, блядь, головоломки. Не, ничего не троллирует. Да эта игра меня троллирует. А, они вот они трое, да? Я понял. Нет, неправильно. Сраный кубик Рубика. Че, сломалось, что ли? Во! Ну все!
Все три закрыл. Никаких глаз тут еще не надо закрывать. Во! Фу, блин! Ура! Так, дальше что? Статуя. Какая именно? А кнопки? Да, это кнопки. Опять. Так, тут проще всего, чтобы сразу сказать, что включать, что нет. А что надо сделать, чтобы они все загорелись или как? Надо сделать, чтобы они все загорелись, правильно? Хорошо. Фото на стене? Какое? Вот эти фото? А, вот эти вот фото, да, которые мелкие были? Я понял. Именно в порядке очередности? А как я могу понять, какая тут очередность? То есть сначала идет жирный. Потом идет с зеленым носом. Ты это имеешь в виду? Вот с зеленым носом. Там точно есть. Вот этот есть. Так. Не пропадут, надеюсь. А, ну это без проблем тогда. Это мы сделаем сейчас. Так. С красивой улыбочкой и худощавой. Ты сюда идешь? Так, кто из вас? Этого, по-моему, тут не было. Женщина точно была. Ага, хер, я понял. А этого не было? Как? Почему этого не было? Так, а кто еще там был? Что ты тут поймешь? А, с вытянутой мордой. Да не, я еще не всех подсветил. А еще порядок включения, что ли? Именно, а как я могу понять, какой из них находится впереди кого? По какой линии-то вообще считать? Пиздец, вы игры рекомендуете. Так, сначала, значит, толстый, потом с красивой мордой, потом
с ровной улыбкой, потом вот такой, да? Ты вот так имеешь в виду? Сначала он. Вот так, что ли? То есть сначала вот это. Естественно, как бы ты бы и не помнил. На протяжении всего прохождения DLS все четко говорил, а сейчас не помню. Вот тролль машины. Так. Теперь получается, надо вот этого. С красивой улыбкой, потом с синей мордой, да? Получается, да. Давай, Игорь, спасибо, что зашел. А с красивой улыбкой-то тут и нету. Твою мать. Зеленая морда, да, пошла? Вот он. Так, потом что получается? Потом получается, что у нас кто следующий? Вот это тут мелкий, либо красный, да, если он есть. И в конце должен быть вот этот. Так, мелкого вижу, а красный есть? Да нет, получается он. Пока не потухло, уже нравится. Так, ну если я этого втыкнул, и ты говоришь тут по очередности, значит в конце вот этот. Ох, ебать, ебать. Поумнеешь тут с вами. Так, что тут дальше? Не благодарить. Спасибо, конечно, спасибо. Я бы один бы давно бы хрен забил. Ага. Прохожу только благодаря вам такие вещи. Так, ну и что тут делать с глазом? Логично. А куда мне куклу деть? Мне сюда надо было, нет? А, вниз ее к той плитке. Ё-моё. Там еще оказывается, вот столько кукол, да? Пиздец. То есть она круг, треугольник или квадрат. То есть мне еще получается как минимум 3 куклы надо достать. То есть 2. Да ты гонишь, уйди! Да пошел ты, ё-моё! Когда все знаешь, проходится за 10 минут. Конечно. Я видел, что прохождение этих кошмаров, основной вот этой вот части, проходится за час, когда все знаешь. Я вчера сидел 3,5 часа.
Да пошел ты, я стою правильно. У меня 53 минуты было, нормально. Ёлки. Ты гонишь? Фу, есть. Точно, бляха. Ведь не врешь. Это кукла с треугольником. Она, надеюсь, не разобьется, если я ее сейчас просто выкину. На. Нормальная игра. Спасибо тебе. Так. Ошибка Unreal 4 Atlas. Сейчас перезапущу. Стрим, я думаю, на месте. Не надо тебя выключать. Хрен я что пройду. Выключай. Ты уж подзаряди свои батарейки. Чуть-чуть сработал. Ой, хорошо, хоть игра меня не стала насиловать с этой куклой. А чё, кто расстраивается? Ты давай тоже подсказывай. Слушайте свежий анекдот. Я вам сам расскажу. Видеотекарь думал, что он умеет проходить эти платформеры. Но никогда так не ошибался. Да-да-да. Надо добавить бадумс. Так, треугольник, да? На. Так, Санчес, давай, рассказывай, брат. Куда мне за кругом, за квадратом всю ночь на это что-то неохота тратить? Ну, добить уже охота. Ну, как я понял, это собираю круг квадрат, вот эта дверь, это концовка будет. Это 100%. Но надо круг квадрат еще собрать. Куда мне их... Как мне их взять? Книгам. Хорошо. А что ты устал-то? Пацана что-то плющит. Он не идет туда.
А что он остановился? Ему как будто какая-то текстура не пускает, приколись. Так, он может обойти, а здесь какая-то текстура стоит. Я баг нашел. Ну вот, я у книг. Что тут делать? Подсказывай. Ты их дофига где нет? Ну вот, например, да? Ага. Получается, надо сложить все книги на место, типа? И чё? А, неправильно, да? Это не та книга. Я думал, я ее куда где-то тут выкинул. Нет? Хотя, если я ее перезапускал. Тут синяя какая-то. Ну звук какой-то был, Саня, что-то там было уже. Короче, ищи с галкой. Короче. Ну тут что-то, короче. А где она? Бляха, я в баг залез. Что это такое? Мяу, мяу. На волне. Гнида, выпусти меня. Так. Ищи такую же с галкой, да? Может, она тут, типа, не засчиталась? Вот она сверху. Во!
Так, это следующая статуя. Это, наверное, статуя квадрат. Ну да. Отлично. Рассказывай пока, где находится статуя круг. Глянь, барышня ушла. Глянем. Спокойно. Не-а, сидит. Ты про меня, вы ты... А, ключ надо, я понял. А как мне ее отвлечь? Рассказывай, как мне ее отвлечь? Я понял, что нужен этот ключ. Да хрен бы с ней. Смотрись. Так, засчитали мне квадратную статую, нет? Засчитали. Ну вот эту куклу что ли взять и кинуть в нее, на которую я успел посмотреть, прежде чем она меня завалила. Этажи. Ну давай. Опа. Я понял. А, так это получается они не та статуя была. Ты изначально не мог сказать. Шутник. Почему та белая и та белая? Я поставил желтую. И она вверх не встала. Я еще подумал, почему она не увеличилась. Ай, все готовы потроллить, а? Это по принципу резидента. Хочешь получить настоящий дробовик, подставь туда муляж. Ты гонишь? Ну что это часы мне намекают? Успокойся. В Резиденте много похожих именно вот с подменой вот этих фальшивок на настоящие типа предметы. Так, это квадратное.
Теперь что получается? Мадама должна уйти, да, или что? Ушла. Зато тут какие-то зомби появились. Да ты гонишь? Ниндзя, бляха. А я без света с ними разберусь. Да куда? Да ёмпаный в рот. Зря выкинул. Так, ну и что тут получается? Тут я открываю замок, и у меня здесь будет круглая статуя, правильно? Что было бы логично, по крайней мере. Или ее еще попробовать добыть? Нафиг пошел. Это он вык, что ли, какой? Ничего не вижу, ребят. Куда надо идти? Нафиг иди. Да вроде закрыто. Сейчас посмотрим. А, надо этот стол еще успеть подвинуть. Ё-моё. Управляй фонарик с помощью игра, не умничай. А чё, их выжечь нельзя, что ли? Я думал, они выжигаются по принципу, как в Alan Wake. Потерянные души детей, которые пытались пройти эту долбаную игру. Прыгай давай. Нельзя, что ли, полностью выжечь? Да вообще ж нельзя же. Да нихера подобного, видишь, не выжигаются. Шоу нафиг. Ну блин, ну это... Это пиздец. Наверное, их надо все-таки как-то убить, мне кажется.
тут читов нет никаких. Мне хочется чит на бессмертие прописать. А, во, получилось. Нафиг иди. А почему он идет... Почему он ведет в бок, я понять не могу. Что это за прикол? А, я вижу, я увидел рычаг, все. Так мне это нихера не даст. Почему он ведет? Я хочу остановить, а он продолжает вести дальше, видите? Уже новый вырос. Так, все, бегом. Да бляха, ну чё так быстро-то вырастает? Ну это ж бред. Пошли нахрен. Вот обо что ты сейчас споткнулся, сука? Вот если бы из-за этого... Я сейчас просрал, мне бы не понравилось. Давай, 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 давай. Банихоп, сука. Прыгай. Так, мне надо понять, куда идти. А, лестница. Ну, ну уже здесь уже, я думаю, попроще. Посмотрим. Разошлись. Да они не дают. Ну что такое? Ну никакого праздника. Значит, надо за собой их сагрить, да? Сюда подошли. Есть, сохранение, отлично. Чё дальше? Хлебаная игра.
Мне на эту лестницу или что? Только без подковов, без ничего. Мне вот на вот эту лестницу. Вот сюда. Ладно, сюда. Здорово, Вань. А, мне показалось, ты сказала добрый человек. Я уж хотел бы сказать, да, Санчес тут такой. Ох, не мразь. Да вы гоните, что ли? И здесь и эти подлазят, и при этом я еще должен успеть? Это каким образом? Санчес, так получается, что ли? Я должен, получается, накрутить, они появляются, и при этом я еще должен успеть? Это же бред. Это все, сука, для этих ебучих стиков. Твою мать. Так у меня, я с ним не на джойстике. Конечно, проблемы. Ну да. Был, да, сплыл. Крути, 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 говно. Успею? Нет, не успею. Бляха, я наоборот закрываю. Пошел к черту. Фу. Я понял, значит, надо будет прикупить. Че мне теперь, на пианине играть? Это я сразу догадался. Бутылочки. Откупорим. Не пойму, что мне этим... Ага. Ну.
Еще раз поиграть на пианине. Нет. Че, опять к этим говнюкам, что ли? Ну тут же закрыто. Че, не пойму. Окей, Санчес, как пройти эту херню? Во, спасибо. Ты лучше всякой Сири. Жесть. А сейчас последний босс, да? Ну, рассказывайте заранее, как его проходить. Все, на выход, воля. Это что, Гарри Поттер, что ли, какой? О, женщина, опять вы? Страшная какая. Пока. Главное правило этой игры. Если можешь бежать, беги, пока не уперся. Да, бег. Только вот куда? Блин. Ага. Откройте дверь. Можно дверь открыть, нет? Ходу нет. Так что, наверное, там дверь открылась, да? Я сильно подозреваю. Ну да. Ну это, наверное, так и надо? Логично.
И все, это все, что от него осталось? А, я понял. Это типа все вот эти вот персонажи так или иначе становятся грибами, рабами этой азиатской женщины. Кинут в печку? Я посмотрим. Мне самому уже интересно, реально. А я невкусный. Не зря же я грибами называл. Сейчас меня чавкать будут? Какой фактик, Даш? Я читаю. Че, мне открыть эту дверь или что? Или налево? А, фактик будет передо мной, я понял. А, я так и думал. Не, ну вот реально, вот я вот так и думал. Что сейчас шестая, типа, его сожрет, да? Да. Скорее обеденная. Ну где ты там, желтая женщина? А, вот так вот. Понял. Как говорили титры, пропускать вверх, вниз, слева, право. Не работает. В основной игре работало, тут нет. А после титра будет тут вообще что, нет? А, во, какая-то заставка. Я понял. Точно, да. А, ну и все. Привет, Андрей, в натуре. Всем спасибо, ребят. Всем, как обычно, спасибо. Огромное спасибо, что со мной посидели. Спасибо всем моим подписчикам. Спасибо всем моим живым инструкциям. Дашка, Санчес. Всем-всем от души, что уделили время, что посидели. Как говорится, жду, как обычно, на следующих стримах. С пятницы по воскресенье я выделяю время для стримов. А так ролики каждый день. Всем от души, не забываем лайкосики, комменты. Всем пока.